Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В нашем сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим шуруповерты фирмы Zubur. Рейтинг лучших, пятерка, на сайте Яндекс.Маркета. Все ссылки будут в описании под этим видео, можно будет перейти и ознакомиться. Фирма Zubur – это наш российский бренд, поэтому давайте посмотрим, что же они нам такого могут предложить. Ну, первым в нашей пятерке идет аккумуляторная дрель шуруповерт Zubur DSHL-121KN. Вот таким образом он выглядит. Ну, в принципе, обычный шуруповерт, да, а внешне, то есть никаких таких больших особенностей, каких-то отличающих его от других производителей, я не увидела. 25 нанометров крутящий момент, напряжение от аккумулятора 12 вольт, 21 диаметр по сверлению по дереву и 10 миллиметров сверления диаметр по металлу. Весит он 1 килограмм, в принципе легенький. Также у него емкость аккумулятора 1,3 ампер-часа, 2 аккумулятора, кейс в комплектации, то есть вот прям... Все прям красиво за свою стоимость. Еще и зарядное устройство. И стоит он всего лишь 3383 рубля. Есть фиксация шпинделя, предохранительная муфта, гнездо в корпусе для крепления биты, лампа точечной подсветки. То есть прям полный весь функционал. Еще и плюс к тому, все это идет еще и в коробке. Богатая комплектация, я бы сказала, да, для такой стоимости. То есть можно было бы сказать, что это простой шуруповерт, там закрутить пару шурупиков там дома и все. Но, однако, в принципе, довольно-таки и неплохо за свою стоимость. Следующий шуруповерт. Zubur у нас также DSHL-MZ500, 2956 рублей его стоимость, номинальной мощностью 45 нанометров, максимальный диаметр сверления по дереву 25 миллиметров, весит 1 килограмм 600 грамм. Идет в упаковке в коробке, то есть здесь уже никаких нам нету дополнительно, да, как в предыдущей модели кейсов, тут зарядных устройств и так далее, и так далее. Идет он еще к этому ко всему проводной. Питание от сети 220, единственное, что есть напоясное крепление металлическое. Вот таким образом выглядит. Взаимозаменяемая скоба и битодержатель, а мягкие накладки на рукоятке. Также есть LED-подсветка, но опять-таки вот она идет внизу здесь, то есть она не будет светить прям точечно вам вместо вашего сверления. Поэтому такая себе подсветка. Кабель 5 метров, не сильно длинный, но... Все же, что имеем. Быстрая замена щеток. Здесь две скорости с четким переключателем. Ну и, в принципе, как бы больше ничего такого особенного, как бы простенько. Ну, в принципе, понятно, за свою стоимость 3000 рублей тут особо чего-то сверхъестественного от него ждать не стоит, поскольку здесь такой функционал, как бы, да, для домашнего использования. То есть что-то дома прикрутить, закрутить, как бы его, в принципе, достаточно. Следующий шуруповерт у нас Zubur DSHL-M1400 стоимостью 2682. Прошу обратить внимание, да, вот ценник у Zubur вот довольно-таки недорогой. Вот абсолютно недорогой, то есть как бы, мне кажется, очень даже и дешево. Максимальная номинальная мощность 40 нанометров. Также 20 мм диаметр сверления по дереву, 10 мм сверления по металлу. Быстрозажимной патрон идет, широкий диапазон регулировки крутящего момента, а также есть двухскоростной редуктор с максимальной частотой вращения 1900 оборотов в минуту. И есть LED-подсветка, она тоже находится здесь внизу на ножке, опять-таки, то есть идеально прям светить вам вместо сверления, конечно же, не будет. А есть реверс, эргономичная рукоятка с фактурной поверхностью, он еще идет от сети, соответственно, как бы никаких тут аккумуляторов, ничего дополнительно в комплектации здесь не будет. Поэтому за свою стоимость, за 3000 рублей, тем более где-то он там доходит и до почти 6000 рублей, я считаю, что неплохой вариант. Единственное, что, конечно, плюс еще того, что он идет на, от сети работает, да, от 220, поэтому... Не столь, конечно, будет более распространен, нежели тот, который работает на аккумуляторе. Следующий шуруповерт у нас, дрель-шуруповерт, также идет Zubur DSHL-M1400, 3077 рублей его стоимость, номинальная мощность 25 нанометров, 12-вольтовый аккумулятор. Они, в принципе, вот Zubur все выглядят одинаково, то есть вот такого плана ручка. Да, и аккумулятор здесь вставляется снизу. Весит он всего лишь 1 килограмм. В комплектации идет один аккумулятор, зарядное устройство.
также 12-вольтовый аккумулятор, емкость аккумулятора 1,3 ампер-часа. Также вращение здесь максимально 1300 оборотов в минуту, надежный редуктор, двигатель, муфта крутящего момента из технологии многоуровневый контроль и защита инструмента от поломки. Также здесь еще зарядное устройство, да, в комплектации 18-вольтовое, ну, эргономичный хват инструмента, очень удобный и эргономичный как по корпусу, так и для работы. Максимальная гарантия 5 лет даже предоставляется на данный шуруповерт. Из особенностей конструкции есть фиксация шпинделя, гнездо в корпусе для крепления бит и лампа точечной подсветки. Из функций есть реверс, тормоз двигателя, защита от перегрузок и регулировка частоты вращения. И быстро зажимной патрон, максимальное число оборотов 1300 оборотов в минуту. Опять-таки, больше для домашнего использования. Ну и последнее в нашей пятерке. Дрель шуруповерта Зубр DSH-M1-400, 3368 рублей стоимость, 40 нанометров крутящий момент, он тоже идет, кстати, от сети работает, но еще и с кейсом, кстати, в комплектации, прям круто. Конечно, есть два режима работы. Быстрозажимной патрон здесь идет, гнездо в корпусе для крепления бит, есть лампа точечной подсветки. Максимальный диаметр шурупов 8 мм, весит 1 кг 260 граммов. Максимальный диаметр сверления по дереву 25 мм и по металлу 10 мм. Максимальное число оборотов холостого хода 1800 оборотов в минуту. Вот такой шуруповерт. Есть быстрозажимной патрон, кабели. Ну, конечно, 2 метра, это вот прям ни туда, ни сюда. Вот вообще, то есть надо все время быть возле розетки, либо же постоянно с удлинителем. LED-подсветка, то же самое, опять-таки, она никуда не годится, поскольку что она здесь будет освещать, непонятно. Ну, мягкая накладка на рукоятке, может быть, да, конечно, удобно будет держать в руке. Для легкого заворачивания саморезов высокая частота вращения здесь идет. Ну, то есть, как бы, да, дома что-то подкрутить, там, повесить телевизор, картину, в принципе, этого достаточно. Бесключевой патрон, регулировка оборотов есть, увеличенный крутящий момент, равномерное нарастание крутящего момента. Ну, в кейсе идет, то есть, как бы, в принципе, ничего такого. Ну, и за свою стоимость, понятно, я тут особо-то выбирать-то, в принципе, и не приходится. То есть, в принципе, у них зубры все стоят недорого. Это вот такие вот простенькие аппараты, да, которыми можно воспользоваться для домашнего использования. И то даже не для своего двора, а больше для квартиры. Как бы там можно закрутить что-то, то какие-то небольшие саморезики, да, или шурупы. Вот такая пятерка у нас получилась шуруповертов. Все товары идут с Яндекс.Маркета. Ссылки все будут в описании, можно будет перейти и ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал. И всем до новых встреч. Пока-пока.